Привет всем, привет! С вами Лига Music Wars, и мы сегодня идем по сундукам с дрожи земли. Но помимо этого мы еще захватим вот эту кучу подарков, которые у нас тут тусуются. Это подарочки, которые у меня выпали с клубов, я тут парочку еще купил. В общем, Осирис у меня улетел, его опять нету. Как-то печально, но надо, в общем, надо открываться всем. Получилось у меня 6 на 21, должно было получить примерно где-то 30 на 8, ну вот как-то примерно так. Как по скрину видели, у меня получилось забраться только на тысячное место, я проспал две последние охоты, я честно скажу, я работал, я был занят и не мог никак попасть на большую охоту. Поэтому давайте пойдемся по сундукам, посмотрим, что у нас есть. Если что-нибудь выпадет шикарное, я просто прям порадуюсь. Но я думаю, что сейчас все открывают. И, скорее всего, ничего не будет. Хорошо, что на меня тут напали. Это меня радует. Значит, меня не грабанут. Так. 750. Это был прям топ. Ну, неинтересно. Так. Продолжаем данную игру. Да ё-моё. 10. Ключей больше, а дропа с них нету. Ни одного. Даже по 200 не выпало. 65 и один ринг. Самый жирный из всех. О, 200 выпал. Нифига себе. О, надо было заранее сказать, что, короче, типа, дроп говно. Это, видимо, волшебное слово, оно передается. Ну и все. Круто. Все, больше не осталось. 21 ключ получилось и, короче, 2000 торнов. Ну, что я могу сказать? Ну, не очень, если честно, так-то. 2000 это прям вообще в никуда. Ну, блин. Ну, а что? Ну, золото давайте. Давайте золото еще сверху посмотрим, чтобы было полностью. Уж тогда 29. Ой, 130, да. 130. 150. Ну, давай. 500. Ну, 500, ладно. 500, да. Ну, короче, нет. 4 ринга 700. Ну! Блин, сейчас опять скрины появятся, короче, в группе о том, что там навытаскивали. Ну, в общем, мне не фартит. Мне не фартит. Короче, нет дропа. Абсолютно нет. Ну и ладно. Ну и не надо было. Не очень-то хотелось. Вот. Нехорошие вообще просто... Неприятные люди. Взяли дроп, срезали вообще в никуда. Ладно, поехали Осириса. Осириса, наверное, сделаем сразу вот так. Первый Осирис за 10 подарков, да? Отлично, еще один. Еще будет? Блин, Дракула качал тут Осириса вообще. Я просто в офиге был. Зачем он его качает? Ну, ему, по-моему, надо. Он там за турниры что-то бьется. Мне-то эффекта вообще никакого нету биться. Два. Ну тут как бы разные эти стоят. Тут за все вместе. 200. А, все. Ну и ладно. Ну и не очень-то хотелось. Сразу говорю, у меня энергетический девятый. Вытащить десятый, это вообще, это просто нонсенс. Да, это нереально. Там 200 с фигом, короче, подарков. Ну и машина. Машина у меня тоже четвертая. А, я вытащил бокс-рей пятый. Вообще просто есть. Блин, пятая машина. Итого получилось 50, ребят, 50 плюс 7 где-то. Примерно, ну да, может 10. Где-то 60 подарков, в общем, вышло. И вытащил за 60 подарков, в общем, 3 машины. Ну, можно уже не напрягаться здесь, как бы, ну, ничего не дастся.
такого навороченного. Пятая машинка. Ту-ру-ту-ру-ту-ту. Но Торнов не упала, зато там есть машинка. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Прям классно. Жалко, конечно. Так, знаешь, охота прямо сундук открыть за эти. За рубины, блин. Дали бы там Торнов прям такую... Они не дают. В общем, даже ругаться не хочу. Ладно, есть. Кстати, топовая машинка пятая. Вообще просто два ребят убирает. 250. Два предмета с экипировки. Нехило так-то. Нехило. 20-20-20, короче, дает ко всем базовым характеристикам. Ну, прям я, прям жирок. Чувствую себя прям жирком-жиркомским. Ну, хорошо, что я могу сказать. Итак, давайте подведем итоги. В общем, сундуков дроп в общей сложности вышло у нас 4000 торнов. То есть было 20, короче, 7. Ну, в общем, 4000 плюс 2,5 занял за тысячное место. 6000 торнов. Но это очень слабо. Потому что с одного как-то я вытащил золотого. 9000, по-моему, там было. Дальше, по подаркам Осирис выпал плюс второй. Энергетический преобразователь, сразу говорю, я не вытащу. Давайте еще подарок куплю. Но просто нереально его вытащить. Как бы там, я не знаю, сколько надо потратить, чтобы его реально вытащить. Просто нереально, реально вытащить этот преобразователь. Ну и Бокстер я вытащил пятый. Топовый, я вообще на него не рассчитывал. То есть я вытащил, у меня был всего второй. То есть представьте, я вытащил третий, четвертый и пятый вытащил за 60 подарков. Ну ладно, пишите, кто сколько вытащил торнов с сундучков. Ну и кто не выкачал энергетический преобразователь. В общем, бомбим внизу в комментариях, потому что у меня девятый и мне пофиг. Всем счастливо, с вами был Доктор.